Всем доброго времени суток, очередная бандероль с Китая. Вскрываем и смотрим, что у нас здесь. Так, а здесь у нас кабель для зарядки iPhone. Кто не знает кабеля, кабель у них не такой, не обычный микро USB, а вот такой вот кабель. Так, стоимость этого кабеля, если не ошибаюсь, 80 центов. В принципе, довольно-таки длинный кабель. 28 июля отправили. И вот более месяца добиралась. Все вот эти вот посылки, которые я последний раз печатывал, это посылки, отправленные бестрековые. SF Express, по-моему, так эта служба называется. Добирается долго, не все доезжают. Но будем надеяться, что что-то изменится в работе как таможенной службы Украины, так и Укрпочты. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.